Йога, если вы не ошибаетесь, мы продолжаем проходить игру под названием Вальфарис. Так, мы с вами убили какую-то жабу, мы теперь в улье, где происходит полный пиздец. Так, давайте я посмотрю, что он улучшает. Повышает силу, увеличивает радиус взрыва. Пушка, мне кажется, она хорошая будет. И в тот же момент херня. Блин. Том? Готово. Могу с вами не убраться, но могу. Так, ну в принципе здесь можно было легко пройти. Ну я в принципе понял. Ладно, пускай, чтобы они друг друга стреляли. А мне на них нельзя попадаться. Ё-моё. Офигенно. Ну, я, в принципе, понял свою здесь ошибку. Целые две ошибки. Они его убили. Мне нужно успеть. Так, давайте дожидаемся, пока здесь враг выйдет. Они агрятся друг на друга, я урон не получаю. Эти на меня не нападают. Тогда я зря убил челика. Так, теперь быстренько вниз. Перячим сюда. Делаем вид, что мы его видели. Ай-яй-яй. Слишком много врагов. Ждем. Все, они загрелись, бежим. Помогаем убить. Ай-яй, он меня тоже зацепил. Давай. Давай быстрее. Я готова. Так, вниз, вниз, вниз. Вверх, вверх, вверх. Отлично. А это для того, чтобы получить секретку? Серьезно. Стопэ. А, чё я туплю? Я понял, чё я туплю.
Да, пушка херетная. Вот это. Так, хорошо, продолжаем. Какая-то черная жижа в сферах. Мне кажется, оттуда какая-то херь будет выпрыгивать. Ну да. Ожидаем. Ты какого хера отсюда вылез? А, я понял. Легче, блять, я вижу пробежать. Что правда, то правда, да? Ни хрена себе! Это королева Улья. Уничтожь ее, и ее Улья пропадет. Так, придет конец. Ну и уродин. Да, я убью ее с превеликим удовольствием. Ты тоже это почувствовал? Походу, такой какой-то механический робот сейчас ее уничтожит. Оу, докладываем ЕМ-02. Повелитель королевы Улья уничтожен. Превосходно, эта пакость и ее мерзкие отпрыски слишком долго скверняли мой прекрасный Вольфариус. Что ж, теперь возвращайся. А, Тревоса. Обнаружена новая угроза. Это защитник Вольфариса, сын Врола. Сын Врола? Терион? Чудесно. Я бы с удовольствием остался и поболтал, но меня ждет дела. Мех-истребитель, разберись с нашим гостем. Слушайся, повелитель. Ваншот. Можешь меня сразу убить, я не против. А, так я подожди, могу на него залезть. Смотрите, чем здесь прикол. Когда он подходит близко, здесь достаточно просто его перепрыгнуть. Вот, а здесь просто так, таким образом делать. Если я поставлю на... Ой, тихо, нет. Не работает. Не работает. Да, вот здесь момент нужно словить. Не был такой момент. Главное, чтобы он сейчас не ваншотнул. А. Ага. Разрушитель ядра неизбежно активирован режим самоуничтожения.
Так, ржавей с миром, железяка. Тут ему докладывало, механоиды знают, что ты здесь. Отряды стражи Вальфариса направляются к этому залу. Убирайся отсюда как можно скорее. Минуточку. Блин, ну я не знаю, я металл, в принципе, не буду переделывать, да? О, какой робот. Типа, я получил это... Давайте я одну использую. Или нет? Нет. Вау. Я обошла защиту этого механоида. Он в твоем расположении, распоряжении. О, похоже, теперь я утолю свою жажду крови. Нихера, теперь я в роботе покатаюсь. Пора зажигать. А, здесь та же схема. Понятненько. Так, окей, поехали. Только теперь здесь посложнее, да, будет? Бежать, размахивать. И нормально. Как поворачивать? И в этом вся сложность. Я не пойму, что делать. А, ядро вот-вот взорвется. Выбирайся отсюда. Сзади меня там все рушится. Я ведь живой, да? Тирион, ты меня слышишь? Ответь, ты ранен? Все в порядке, на мне не царапины. А где это я? Это место мне не знакомо. Это энергоблоки. Здесь извлекали и хранили энергию соль моря, ближайшего солнца. Согласно базе данных, весь технологический прогресс энергоблоков был разработан двумя астрономиками. Насколько я могу сказать, они до сих пор где-то там. Если мне удастся их найти, возможно, они подскажут, где искать отца. Так, ну поехали.
Перед тем, как я уйду туда, давайте я хочу здесь посмотреть. Не, залезть не могу, ладно, все. Видите, типа, я лучшим своим достаю, а он-то нет. Хм. Какой я, да? Злой. Ой. Так, мне кажется, он немного сейчас сбоку. Я понял. Пули зарабатываем. Так. Блокируйте атаку ближнего боя за миг до получения удара, выпал. Оглушайте врага. Ага. Так, сейчас будет одна тактика. Попробуем. Блок забыл. Я не знаю, как делать блок, но я не знаю, как его расстрелять вот так вот. Значит, с каким-то шансом еще из врагов падает этот металл. Порождение хаоса. Так, выпускать плазменный луч, наводящий на цель. Может распределять на несколько целей. Попробуем. Посмотрим, что за пуша. Понял. Я просто молчал, потому что... Ага.
Давайте налево. Главное, чтобы меня это не убило. Тебе предстоит открыть массивные двери снизу, чтобы получить доступ к шахте, но это задача не из легких. А думаю, что с дверью я справлюсь. Дверь защищает двумя разными источниками энергии. И находится в противоположных концах этой зоны. Выбери за... Так. Выбор за тобой. Направо или налево? Так. Что у нас по источникам? Алтарь. Я думал, он только что видит, то есть стреляет. Чем за мушка? В чем ловушечка? Ладно. Вот сюда на значок. Оп. А ничего, что я как бы блок нажимаю? Всем плевать. Я понял. Если всем плевать, тогда и мне плевать. Хотя бы тут хп дается. Что меня тогда там убило, я не помню, самурай. Что-то есть. Но оно не открывается. Ой.
Так, не знаю, почем, куда я стреляю. Главное, что я стреляю. Я вас понял. Поехали. Так. Пошел. Прыгнуться. Пробежаться, прыгнуть, зацепиться, стреляем. Я не знаю, что будет спереди. Я думаю, что будет спереди. Есть сложность в том, что меня дамажит. Даже при том, что я... Вот я, да, именно. Был в защите. Ну как в защите? Я просто не понимаю, как меня от лазера... Защищаться. Я помню, что там было где-то написано, что лазер можно то-то, то-то, то-то. А что я забыл? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Хорошо. Это не конец. Назови себя нарушитель. Я Тарион, защитник Вейлфариса, сын короля Врола. Врол? Он предал Варфарис, предал Сольмари. Из-за него начал заражение. Теперь мы расплачиваемся за каждую Врола. За жадность. Скажи, где сейчас Врол? Я должен его найти. Пиздец, ты найдешь только свою смерть. Получи-ка плазменный заряд. Жалкий сын предателя. Ну, он, короче, ядовитый, и я вижу, куда нужно ходить. Ой. Ой-ой-ой. Так. Готово.
Так, так. Ну, на самом деле босс довольно несложный, вообще не сложный. А, он теперь дохерейтик делает фиолетовым керри. И сам по себе ускоряется. Готово. Я просканировал базу данных в поисках информации. Теперь может пролить свет на предательство Вальфриса в Роллом. Но пока ничего не обнаружила. Понятия не имею, о чем толковал этот слабоумный дрон, но я намерен докопаться до истины. Типа, знаете, мы можем не сохраняться, и благодаря этому... Так, это походу я умру, да, там, если упаду. Ой, сейчас это я не... Да, мне, походу, просто не нужно. Ну-го. Это мы уничтожили один источник, да? Источник энергии отключен, остался еще один. Понял, выдвигаюсь. Давайте тогда за вторым мы... Пойдем в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.